В Оренбурге появился новый вид мошенничества. Под видом газовиков преступники попадают в дома к доверчивым горожанам и уносят с собой все нажитое. Арестовать аферистов пока не удалось, а значит, на их удочку может попасться любой. Сегодня мы расскажем, как уберечь себя и свое имущество и не стать жертвами таких мошенников. Совет первый. Если в дверь позвонили, не спешите открывать. Для начала убедитесь, кто за ней стоит. Если загадочный голос утверждает, что из газовой службы, есть несколько способов это проверить. Самый простой – позвонить. Куда? Вариантов несколько. 34 17 17 и 34 17 43, если вам утверждают про утечку газа или другие неполадки с оборудованием. Если ведут речь про инвентаризацию или контрольный съем показателей приборов, то следует сообщить о визите по телефону 34 09. Однако, если все-таки вы дверь открыли, то обратите внимание на внешний вид вашего гостя. Наши работники, они в фирменной спецодежде. Спецодежда двух видов. Значит, первое – это Оренбург Облгаз. Второй вид спецодежды – это Газпром газораспределение. Настоящие газовики всегда одеты по форме, а свое удостоверение носят на груди. Как правило, работник ходит один, но возможно, что они могут быть вдвоем. В каком случае? Когда стажер работает с наставником. Он в фирменной спецодежде и также имеет удостоверение. Исключение составляют специалисты Межрегионгаза, хотя у них форма тоже синего цвета, но удостоверения отличаются. В любом случае, никогда не поздно позвонить. Если перед вами мошенники, то, узнав о звонке, они, скорее всего, испугаются и покинут дом. Также не стоит верить, если незнакомец завел разговор про ежемесячный съем показателей. Их каждый абонент должен передавать самостоятельно. И через смс-сообщение, через сайт можно через наш передать показания счетчиков. Вот в недавнее время, в марте месяце, мы внедрили новую услугу «Личный кабинет». И главное, ни в коем случае не следует отдавать мошенникам деньги. Есть несколько способов оплаты – на почте, в банках, в салонах связи, через интернет. Надо знать правила – не уверен, кому отдаешь свои сбережения – не плати. Добавим, что любые специалисты, в том числе и сотрудники газовой службы, о визите предупреждают заранее. Если на вашем подъезде нет подобного объявления, то лучше перестраховаться и позвонить. Будьте умнее и не попадайтесь на уловки к мошенникам.